Сегодня мы находимся на реке Малая Истра. Хотели бы вам рассказать о баллонах, которые мы используем для переправы квадроциклов. И, соответственно, потестировать сами баллоны для переправы. Ну что, значит, так выглядит сумка с двумя баллонами. Вот Time Trial, есть такая компания, да, которых выпускает. В принципе, на сайте у них представлены другие баллоны. Там, да, вот эти поинтересней, они немного, скажем так, попрочнее, крепление поинтереснее. Но это мы сейчас будем надувать их, вы увидите, да. Ну что, мы все подсоединили, вот. Ну, 5 это заняло. Думаю, вам это показывать лишнее. Сами разберетесь, как бы, да. Подключаем мы крокодилы к аккумулятору своему и начинаем надувать. Да, не помню, забыл сказать или нет, значит, баллон у нас длиной 2 метра, а диаметром он 60 сантиметров. Надувает его такой насос, еще раз скажу, ну, за 3 минуты, да, 3-4 минуты где-то. Вынимаем сначала здесь крышку, а потом выключаем уже насос. Ребята, которые делают данные баллоны, они делают и различные городки из этого материала. Опять же, для различных сплавов делают там всевозможные лодки и так далее, и так далее. Поэтому фирма это уже проверенная, Time Trial. Вот. Ну, опять же, они дают гарантию. Вместе с баллонами они дают комплект для ремонта в походных условиях. Так что в целом выглядит все это так. Ну что, Лех, цепляю я второй тогда, да? И начинаем. Да, и будем тогда начинать уже плав. Справляемся с течением. Возникли у нас трудности небольшие. Сейчас Леха меня пришвартует. Ну вот как-то так у нас получился выход из воды. Берег у нас был достаточно крутой. Это все будет, ну, показано на видео, да, Лех? Вот. В целом, что хотелось отметить еще раз по переправе. В любом случае, чтобы квадроцикл можно было контролировать, необходимо, прежде чем переправлять квадроцикл, зацепить сначала веревку на том берегу, а лучше, чтобы там находился человек, куда вы планируете переправляться. Вот. И после этого зацепить с другой стороны квадроцикла еще одну веревку, чтобы фактически квадроцикл был под контролем как с одной стороны берега, так и с другой.